Друзья, всем привет! На связи Fat Tony, Барян, Porsche Cayenne Turbo S. Если вы видели в сторис, я проверил, там с выхлопом внутри все в порядке. А Боря, скорее всего, решил разведать ситуацию изнутри, так сказать. Всем привет! Fat Tony на связи, Барян, выхлоп на Cayenne. Ну, а если серьезно, мы сделали на этот автомобиль выхлопную систему с двумя режимами громкости, тихо-громко, и реализовано все это дело штатными приводами через штатную мультимедиа режимами Sport, Sport Plus, Individual. Наслаждаемся, смотрим.